Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, сегодня мы поиграем в игру, которая называется Tower Well. Приветствую тебя, новый комендант. Дозорные заметили, что к нашему замку приближаются враги. Надо отразить атаку. Нажми на казарму, чтобы заказать лучника. Ага. Так, а вот и лучник. Давай выберем его. Выбери башню, на которую хочешь отправить лучника. Ну, вот сюда, например. Так, лучник есть. Враги наступают, давай закажем еще одного лучника. Ага, вот уже как тут у нас, ребят. В отличие от Таверланда. Так, его поставим сюда. Опять на нас какие-то монголы нападают. Воевода, а ты сам-то не будешь драться, нет? О, нет! Лучники заканчиваются стрелы. Нужно принести их ему, пока враги не разрушили замок. Да ладно, еще и стрелу нужно тут готовить. Стрелы готовятся в автоматическом режиме в арсенале. Давай заберем их. А, воевода ходит. Отлично, теперь давай отнесем их лучнику как можно скорее. Так, воевода. Воевода подносит, значит, понятно, как все здесь работает. Заказываем. А, он сам теперь, да, ребята, будет приносить. Ну, это хорошо. Что такое? А, победа. Так, очки улучшений плюс золото. Так, получить бонус в виде кристаллов. Бесплатно, ну давай. Забрать. Короче, ребята, воевода здесь бегает, короче. И смотри, как какой у нас тут будет замок. Ё-моё, я думал, что у нас только вот одна половинка здесь. Чтобы эффективно отражать нападение, мы должны постоянно тренировать наших юнитов. Так, ну что, давай нажмем на казарму. Улучшить бесплатно. А дальше уже за денежку. Так, третьего уровня, короче, мы лучников сделали. Чтобы враги не смогли пробить нашу оборону, также следует периодически увеличивать прочность нашей стены. Логично. Кажется, что враги снова наступают на защиту замка. В бой. Так, ладно. А, конечно же, я забыл, что лучников нужно выставлять. Так, этот схватил уже стрелы. Так, вот здесь вот тоже, я так понимаю, ребята, откроются ячейки у нас. Воевода, не спать. Давай сюда поставим еще лучника. Вот эти вот башни тоже что-то будут давать нам, 100% тебе говорю. Так, а ты... Давай-давай, неси. Правильно, вот так вот. Так, я заказал еще одного лучника. А куда мне его поставить? Мне его некуда, друзья мои, поставить. Так, сначала освободи руку. Да какую руку освободи, пускай... А, все, победа. Такой с двумя колчанами там прыгает радостный. Пока нам все дают, ребят, бесплатно. В виде кристаллов. Так, ну что же. Все довольно легко. Да, вон там, я смотрю, маги будут. Воевода там высматривает чего-то. Значит так, стенку надо, наверное, улучшить, на которую не хватает финансов. Казарму я тоже не могу. Так, цель 3. Так, новый юнит, а где он? Артефакты, карта. Подожди, а вот это что? Это новый юнит у нас? Откроется на третьем уровне. Золотая шахта тоже на третьем уровне откроется, понял. То есть нам просто надо будет с собой сейчас здесь выстоять. Так, воеводушка, давай быстро бери стрелы. Ого, теперь тебе доступны метатели. Давай проверим, на что они способны. Я, кстати, полностью с тобой согласен. Это какой-то бомжик. Вау. Бомжик, не бомжик, ребята, а, как видишь. Метает он свои ножички, будь здоров. Бодренько так. Лукарь, ты иди сюда. А как мне интересно выбирать между лукарем и, например, метателем? У него заканчиваются боеприпасы. Давай скорее принесем ему. Принеси нужные ему боеприпасы. Ты можешь заранее планировать свои действия, чтобы эффективно выстраивать оборону. Ага, вот так вот. Воевода не знает, за что там схватиться. Сначала говорит, освободи руку. Давай стрелы вначале отдадим. Так, теперь беги за ножами. Кажется, что совсем скоро у твоего воина закончатся снаряды, поэтому он начал реже наносить урон. Скорее отнеси ему нужные припасы, чтобы восстановить его эффективность. Я это понял. Урон минус 30%. А, у нас уже, ребята, ответочка идет.
Так, подожди, нет, давай, вот, да куда ты пошел? Что ты делаешь? Отнеси стрелы, у тебя два колчана. Блин, ну мы выиграли. Ладно, друзья мои, хотя бы так. Короче, воевода у нас здесь работает как поставщик боеприпасов. Он сам в бою не участвует, но помогает нашим юнитам. И ты видишь, тут четыре стенки. Так, новый юнит. Метатели — отличные воины. Они могут нам... помогут в защите замка. Золотая шахта. Золото уже копится. Не забывай вовремя собирать его. Наши ученые открыли месторождение золота, и теперь мы можем использовать шахту для его добычи. Давай заберем его. Так... Не забывай, что шахте нужно время на добычу золота. Чтобы сократить это время или увеличить вместимость склада, ты можешь улучшать шахту. Так. Забрали финансы с тобой, некоторые. Золотая шахта, так. А почему вот этот лучник просто ходит? Скажи-ка мне. Так, казарма, улучшим, наверное, с тобой метателей. Ага, все. Метатели улучшены. Ну что, давай тогда пойдем с тобой в бой. Посмотрим, ребята, что у нас здесь получится из этого. Кто там будет первым у нас? Лучник. А почему не метатель? Я, может, хотел метателя получить. Вот я и спросил, как, ребята, это делается. Наконец-то метатель вышел. Так, ну что? У него в двух руках. Так, а вот его стрел заканчивается. Значит, освободить руку надо вот так, ребята. Нажимаешь... И у него свободная рука. Теперь он относит стрелы к лучнику. Относит ножи метателю. Ну, в принципе, пока все понятно, друзья. Ох, монголы идут, а ты посмотри. А это наша прочность ворот. Я понял. Давай, давай, сейчас принесем, не волнуйся. Победили. Ну, естественно, как все, ребята, игры, да, на первых порах все довольно легко и просто. Никаких, как говорится, проблем не будет. Проблемы будут уже дальше, когда вот это вот, типа, обучение у нас закончится. Там, вот смотри, какие-то гоблины будут идти, орки, в общем, как всегда. Нет, спасибо. От этого я отказываюсь сразу же. Набор новичка, это вот который... Так, цель — пятый уровень получить. Понял. Поэтому мы сразу с тобой идем в бой. Сразу же заказываем юнитов. Ух ты. Гильдия магов решила помочь нам в вашей борьбе. Давай отправим его на башню. Давай. Это какой-то друид. Видишь, что он там вытворяет? У друида тоже запасы будут кончаться, да? И поэтому нам нужна будет манна. Так, метатель, иди сюда. Так, ага, у магов иногда заканчивается манна. Бутылки с манной помогут. Так, бутылки с манной помогут, забирай манну тогда и относи, потому что он уже там плачет. Манны ему не хватает. Ножи отдай тоже вот этому. Так, и пошли дальше. Брать бутылки и брать ножи. Так, а это вот, ребята, вражеская мощь. Как ты видишь, мы ее разбираем потихоньку. Сейчас принесу я вам. Нет, еще не победа. Так, это все забрали. Воевода, иди сюда. Вон, уже маг просит. Горючее. Так, опять пошли за манной и за ножами. Но пока, как видишь, неплохо справляемся. Но мне кажется, все-таки надо улучшить нам с тобой ворота. И вот пошли уже бонусы. Так, забираем полный комплект. Слушай, у нас же есть очки улучшения. А где их потратить можно? Эти очки. Должна быть, как в Товерландии, база своя. Так, новый юнит. Тебе доступен воин из гильдии магов. Прокачивай его в казарме. Колесо фортуны. Испытай удачи и получи классную награду. Поздравляю. Тебе открылась возможность крутить колесо фортуны. Крутанем. Тут ты сможешь получить самые разнообразные бонусы, включая редчайшие артефакты этого мира. Скорее крути. И... бесконечной жизни на 30 минут. Это как понять? Что значит бесконечной жизни на 30 минут?
Вот этого я не понял, друзья. Ладно, пошли в бой. На некоторых уровнях, помимо обороны замка, тебе нужно будет выполнять специальные задания. Будь предельно внимателен. Если провалишь задание, проиграешь уровень. Нажми на иконку с заданием, чтобы узнать его содержимое. Так, принести 4 предмета чего? Принести 4 предмета без опозданий. Так я вроде бы как бы пока и не опаздывал, если честно. Че у меня там? Я понял, понял. Сейчас посмотрим. Как-то вот тут надо открывать, ребята. Так, лучник. Ну почему лучник-то, блин? Давайте какой-нибудь посерьезнее. Опять лучник. Серьезно, блин? Ну ничего не поделаешь, ребята. Лучник так лучник. Так, два колчана мы взяли с тобой, да? У этого кончаются стрелы. Бегом, 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 бегом. Так, сюда, сюда. Так, вот тут еще какие-то две пробирки у нас наверху. Стрелы кончаются, бегом. Пока тут у нас все это дело не закончилось. Но я принес ему 4 предмета, так что не надо свистеть мне. Так, ну, победа уже не за горами, ребят. Неси стрелы быстрее. Все, победа, по-моему, тут, ребят. Отлично. Я выполнил задание или нет? Честно говоря, не особо я понял, выполнил я или нет. Это я пока не буду, ребята. Откажемся. А, я отказался тогда, получается, и от кристаллов. Значит, тогда бонусы надо смотреть. А за рекламу? Но это бесит. Кланы, общайтесь и делитесь успехами с соклановцами. Ты здорово сражаешься, но в одиночку тебе не устоять. Теперь тебе доступны кланы. Создай свой клан или вступи уже в существующий. Обменивайся опытом с другими игроками и побеждай в славных битвах. Придумай ник. А чтобы создать клан, нужно 100 гемов, друзья мои. Поэтому пока я сделать ничего здесь не смогу. Так, я хотел, наверное, стену улучшить. Вот так вот. Мне кажется, когда стену улучшаем мы с тобой, да, только после этого открываются дополнительные ячейки. Приз, чтобы получить, нужны гемы тоже. Ну что, в бой тогда пойдем с тобой. Так, что опять? Принеси, теперь говорит, 5 этих 5 деталек. Рабочие почти закончили восстанавливать замок. Теперь ты сможешь использовать 3 вышки для нашей обороны. В бой. 3 вышки, а у него всего 2 руки, ребята. Это осложняет мне задачу, кстати. Осложняет чем? То, что он сейчас будет бегать как сумасшедший. Естественно, ему сейчас понадобятся стрелы и ножи. Так, давай стрелы отнесем с тобой. Закажем еще юнита. Ножи отдавай теперь. Пошли за стрелами и за ножами. Потащили. Ага, тут у нас уже друид, ребят, стоит. Короче, теперь тут все по... Ага, понятно. Стрелы ножи-то это ясно дело. А как нам теперь успевать еще и для... Блин! Взял, понесли. Без опозданий, говорит. Ножи. Требуются ножи. Твою налево, теперь требуется манна. Успели, 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 отлично. Все, ребят, выиграли мы. Не все так просто, как хотелось бы. Так, продолжить. Ну, тут, я смотрю, просто деньги дадут. Но деньги нам тоже нужны. И 100% должны быть здесь боссы. Как ни крути. Возможно, на 10 уровне. Поэтому мы с тобой сейчас поиграем до 10 уровня. И посмотрим. Так, что у нас тут? Кланы, это все понятно. Золотая шахта, это тоже все понятно. Давай, наверное, казармы. Ага, вот. Улучшить. Так, наносимый урон у метателя пока самый сильный, да? 25, теперь у мага самый сильный урон. Так, ну что, артефакты и карта пока нам недоступны. Может быть, после 10 уровня, скорее всего. Так, заказываем бойца. Боец, я так понимаю, нам достается рандомно здесь, абсолютно.
Я никак не могу, ребят, повлиять, что мне, например, нужен метатель, и он вышел. Нет, выходит обычный первоначальный лучник. Теперь, как ты видишь, вышел метатель. Естественно, тут надо будет взять стрелы. Вот это и отнести. Хотя нам не обязательно здесь доставлять предметы. У нас не было никакого задания. Но мало ли. Да отдай ты... Отдай, говорю ему, ножи. Так, никому пока ничего... А, нет, надо. Пойдем за стрелами сбегаем. Отдадим. Ждем дальше, ребят. Мне бы, конечно, какой-нибудь помощничек бы здесь не помешал бы. А то воевода один бедолага тут. Так, стоп. Блин, ну беги ты быстрее. Воевода, ты куда исчез? А где, друзья мои, воевода? Он куда провалился-то? Я не вижу воеводы, друзья. Он куда-то просто исчез. О нет, у нашего воина закончились снаряды. Он больше не может наносить урон. Поспеши, принеси ему нужные снаряды, иначе он уйдет с поля боя. С какого поля боя у меня воевода ушел с поля боя, блин? Ратуша. Улучшай замок и способности коменданта. В ратуше можно улучшать наши здания и навыки коменданта. Так, у нас открылась, ребята, ратуша. Дополнительный урон всем юнитам. Ускоренное производство предметов. Даже не знаю. Ну, давай, наверное, вот так вот сделаем с тобой. Ускоренное производство предметов и плюс дополнительный урон всем юнитам. И вот здесь еще, да? Я думаю, это будет пока для нас оптимально. Ратуша. Ну что, попробуем теперь, ребята, сразиться с ними. Поехали. Так, это у нас метатель появился. Так, ты можешь собирать золото с поврежденных врагов. Это позволит улучшать наших солдат и замок. Новая фича, да, появляется, значит. Так, маг, иди сюда. Так, что нам нужен? Нам нужен, ребята, ага, понял. Колчан убираем, потому что у нас с тобой два метателя. Так, золото. Золото это еще успевать забирать, ё-моё. Так, маг. Маг просит у нас манну. Так, забираем золотишко. Давай сделаем так. Что ему надо? Блин, ему нужен нож. Нож и манна. Вот так вот. Бомбите, бомбите по ним. Так, отдаем сюда. Что там у тебя, блин? У тебя руки, оказывается, заняты. Давай отнесем нож. У него 30% уже к минусу идет. Да они меня одолели уже. Мы, главное, что справились. Блин, все равно, ребята, мы получаем нехилые повреждения по нашему замку, по нашим вратам. Надо их усиливать. Так, забираем с тобой все эти награды. Это какой у нас был? 8-й или 9-й уровень? По-моему, 9-й. Сейчас должен быть 10-й. Так, кланы. Это все понятно. Деньги, в принципе, есть. Давай стенку, наверное, улучшим. Вот так. Казармы, конечно, надо улучшить, но у нас не хватит элементарно финансов на все, на это и на то. Зато, как ты видишь, мы успели восстановить замок как раз вовремя. Дозорные заметили приближение босса. Будь осторожен, он гораздо сильнее своих приспешников. Вот мы и дождались с тобой босяцкого. Я же говорю, на 10 уровне будет босс. Так, маг, иди сюда. Сразу же берем пробирку для мага. Скорее всего, тут надо будет еще стрелы прихватить. Да зачем ты взял-то две бутылки-то? Одну бутылку возьми, да и все. Так, отдали. Так, неси стрелы быстрее. Стрелы он отнес. Так, золото не забываем брать. Так, отдаем ножи.
Блин, за стрелами-то далеко бежать приходится. Отдаем стрелы. Так, теперь опять ножи требуют, а? И манну. Отдаем манну. Отдаем ножи. Сейчас, наверное, скорее всего, он потребует стрелы. Скорее всего. Вон босяцкий, ребят, идет. Отдаем стрелы. Быстрее, 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 быстрее. Стрелы. Ух, бомбит. Готов. Накумарили мы его, ребят. И победили, естественно. Так, бонус 3000 монет. Так, забираем свои награды. Ну и что теперь? После 10 уровня, наверное, что-то должно еще прибавиться. Скорее всего. Так, полный ремонт. Все ваши башни готовы. Пришло время для настоящей битвы. Загадочные артефакты. Ищите их в колесе фортуны или на поле боя. Настоящие артефакты, да? До этого не было настоящих артефактов, да? Шлем мудрости, ты понимаешь? Мы нашли с тобой. Поздравляю, тебе повезло, и ты получил редкий артефакт. Надевай артефакты, чтобы получить бонусные эффекты. У самых редких артефактов эпические усиления. Так, минус 0,5 секунд к скорости починки башни. То есть ты хочешь сказать, что ты и башню у меня, что ли, чинишь, парень? Цель 15-я. Таинство магии. Понятно. Ну что, дорогие друзья, давайте мы, наверное, с вами на этой ноте закончим это видео. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков. Удачи вам!